Тульский молочный комбинат сегодня брали штурмом сотрудники СОБР и Росгвардии. Там проходили обыски. Пресс-служба регионального СУСКа на своем сайте утром разместила информацию о том, что возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством предприятия от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, за период с 1 января 2014 года по 20 апреля 2016 эта сумма превысила 99 миллионов рублей. Руководством Тульского молочного комбината, как сообщалось управлением СУСКа, также были внесены заведомо ложные сведения налоговые декларации. Впоследствии размещенный пресс-релиз с сайта ведомства был удален. И вот как прокомментировали нам ситуацию на самом комбинате. Ситуация неприятная, но рабочая. Она связана с проведением налоговой проверки в 2013-2014 годах и выемкой документов, именно относящихся к тому периоду. Естественно, эти документы уже были в налоговой, практически они лежали 2 года, потом их летом отдали. Сейчас АБЭП и Следственный комитет решили их обратно изъять. Нам не очень понятно, зачем было вызывать Росгвардию, у нас все, они были готовы. Вот. Ну, наверное, есть момент такой, что мы должны испугаться, мы испугались. Вот. Ну, мы законопослушные граждане, в общем-то, предоставили все документы. Второй, наверное, момент то, что у нас есть законное право отстаивать свои интересы. Мы считаем, что налоговая проверка была необъективно проведена. Мы хотели бы всеми возможными законными способами отстоять это в судах и в различных других инстанциях.